Всем привет! Давно не выкладывал ролесов я таких вертикальных, чи горизонтальных. Будем говорить полнометражных. Сейчас он включил голову у малых. И он, видите, что я обнаружил. Отсюда не видно, да? Короче, он икра. Он, видите, на трубке аэролифта икра лежит. У тех улиток он. Вон, что за улитки, так еще и не понял я конкретно. Только где еще одна? Вон одна, вон вторая снизу, видите, вон она. Под мочалкой, там ее незаметно. Вон она, вон она, вон она, вон она. А ну, зум. Вот это улитки наложили, вон. Вся трубка в икре. Я не буду их не убирать никуда, а размножатся, размножатся. Этот у меня аквариум вообще без улиток получается, без никаких, ни... Тут нету ни физы, ни шмизы. Так, зум, убирайся. Ага, есть. Ну что, тут как обычно, голодный край, он только черных тут и видно. И белых малинезий. Самые голодные. Хотя не голодные, и три раза в день их кормлю. Заколебали. Поросята стоят, рыбалки нет. Ну не знаю, поехала Викторовна одна. Ну захотела, поеду сама, едь. Видите, рыба вся стоит. Так, что тут? Тут тоже все в порядке. Малыши растут, видите, и растут, так нормально растут. Тут от малинезия мальки уже догнали, а то и, наверное, перегнали почти. Да, вот видите, меченосец, это два штучки тут у меня было. Или два точно было, одного, наверное, трубкой случайно я... Не, вот они оба сидят. Вот один, вот второй. Вот малинезия их уже догнала. Пока в скатку никого не сажаю, некого садить. Ну как, было кого садить, вон, смотрите, вон сидит, он, видите, он, квадратная. Ну, не знаю, не разродится, можно отсадить, в принципе. Боже, хай Бог милый, капец, вы подивитесь на ней. Матери его николы, матка боска. Ля, блин, слониха, ну это можно ради прикола отсадить, конечно. Можно, можно, она сегодня и выплюю их всех. Температуру поднять, они тут у меня сейчас все без температурника сидят. Без температурника, без кипятильника, все без обогревателей, кроме нижнего ряда. И вот эти вот малые с кипятильниками сидят. Эти не реститься не хотят, ну и хорошо, пусть отдыхают. Я думаю, из-за того, что вода тут у них, ну, в зеленой зоне. В зеленой, 22, нормально. Не ставлю я еще пока его обогреватели, потому что свет оно и так будет здорово мотать. А карики себя чувствуют хорошо, видите? Эх, красавицы. Не знаю, там с Ташкента, я не знаю, как тебя зовут. Ты говоришь, самцы только бьются. Ну вот, не только самцы. А, не, не с Ташкента, это мне там, я новый канал подписался, забыл, как зовут. Ну вот, не знаю, вот они так вот друг за другом ухаживают тут. Вот такие танцы у них, по бочине побить друг друга. Тоже, вон, видите, смотрите, бока все сбитые, посмотрите. Погрызанные. И у того чуть-чуть. Сгрызаны. Ну кто из них кто, я не пойму. Вот это лобастик. Кто это тут, этот лобастый? Наверное, самец. Да, наверное. Ну а кто еще? Ну а все, в принципе. Что еще не обозрели? Пошли туда, ко мне в комнату, глянем, что там. Что, тут тоже все в порядке. Северумиха в последнее время пугается, перепуганная, как я не знаю. Свет включаю, с ума начинает сходить тут, скакать по банке. Покровки бьется, блин, башкой, копей. Я не знаю, что с ней произошло. Что-то стало так шугаться на всех движений. Ну, тут нормально все. Тут все в порядке. Тут тоже все замечательно. Сейчас вот выключил помпу, чтобы они в спокое побыли. Ось вон, о, бачите, он глистики плавает. Он белый, вот он сидит. Потом черненький вот сидит. Вон банда сидит, он. Вон, трошки их небагато, но вони есть. Короче, здесь, о. Вон тараканчик белый. Коридорас. Ну, это я так тараканчиков назвал. Вон еще один сидит. Короче, с десяток плавает. Что тут? Тут креветка разводится на пару с гупешками. Видите, мальки, я их не отсаживаю, сами по себе плавают, потому как девать их сейчас некуда. И кормить надо чем-то. Цены выросли вообще просто. Гривну уже опускают, один к одному делают с рублем. Это жесть. Ну, ничего, я думаю, недолго осталось. Все, всем привет!
Мир, дружба, жвачка. До новых встреч в эфире. Покедова.